Комиссионный магазин Победа, обзор на ноутбук от фирмы Asus. Ноутбук в прекрасном, в хорошем состоянии, в рабочем, ни сколов, ни трещин нету, крышка ноутбука открывается легко. Плавно, никаких тресков и звуков посторонних нету. По характеристикам, что у нас? У нас стоит процессор AMD R6, обычный процессор. Подходит он как раз только для офисных программ, для интернета, для просмотра кино, видео, небольших таких задач. Значит, 4 гига оперативки, обычная интегрированная видеопамять, 2 ядра у самого процессора. Так, по звуку у нас тут открыт YouTube. Грузит хорошо, стабильно. В принципе, автономность работы у ноутбука хорошая. Даже если Windows переустановить, будет еще более приятно с ним работать. Так, по памяти, кстати, Даня сказал, по памяти у ноутбука 237 гигабайт, что очень хорошо. Ну никак, нормально, в общем. По состоянию уже сказал то, что никаких сколов, трещин нет. В идеальном, можно сказать, состоянии находится данный агрегат. Приходите, смотрите, ноутбук находится на Новатора 75. Включим, покажем и расскажем вам.